Здравствуйте! В этом видео мы хотим показать, как комплектуется рекloser 35 кВ, который Секам поставляет для электрических сетей Украины. Рекloзеры находят все большее применение в сетях Украины для защиты присоединений, защиты удаленных участков линии, автоматического ввода резерва в кольцевых сетях и автоматического повторного включения. Рекloser легко установить на опору линий и интегрировать в систему телемеханизации. Рекloser отличается от обычного вакуумного выключателя тем, что в его комплект входит все необходимое для установки и использования. Например, вам нет необходимости дополнительно покупать трансформаторы напряжения, трансформаторы тока, решать вопросы с их установкой и подключением. Все это оборудование уже встроено в Рекloser. На примере данной поставки рекloзера типа ACR380 на напряжение 35 кВ посмотрим на каждую отдельную часть, которая входит в его комплект. Это модуль вакуумного выключателя. Следует отметить некоторые его особенности. В горизонтальные выводы модуля встроены полноценные трансформаторы тока, а также емкостные датчики напряжения. Рама выключателя выполнена из нержавеющей стали. На раме есть рукоятки управления выключателем, а также рукоятка взвода приводной пружины. А это значит, что рекloзером, выключателем, можно управлять даже когда полностью нет оперативного питания и когда резервный источник питания разряжен. Механический индикатор показывает состояние выключателя. Он продублирован, находится сбоку рамы и снизу. Шкаф защиты телемеханики выполнен из нержавеющей стали. Основные функции защиты и телемеханики выполняет микропроцессорный терминал FTOR200. Внутри шкафа организовано обогрев и резервный источник питания с аккумуляторами. При поставке аккумуляторы не устанавливаются в шкаф защиты телемеханики, так как они требуют строго вертикальной перевозки. Поэтому они поставляются в отдельной упаковке и устанавливаются уже на месте монтажа. Данный рекloзер комплектуется высококачественными аккумуляторами со сроком службы не менее 18 лет. Соединение шкафа защиты телемеханики с модулем вакуумного выключателя происходит быстро и легко с использованием шнура заводского изготовления с разъемами Hartling. Более подробная информация о рекloзерах типа ACR на напряжение 10, 20, 35 кВ можно найти на сайте нашей компании. А в следующих видео на нашем канале в YouTube будут освещены более подробно вопросы по проектированию, монтажу и наладке данного оборудования. Спасибо за внимание.